пророчеству, которое 2020-2053 год. Ну, чтобы вы тоже понимали, там пророчество, вот когда идет описание страны, в том числе там речь шла о Дании, это взято из журнала Forbes. Просто они ставят свой прогноз на 2050-е годы, но мы все-таки с учетом наших прогнозов смещаем это на 2034 год. Опять-таки, исключительно благодаря откровению Иоанна Богослова. Мы не ясновидящие. Я надеюсь, вас не разочаровал, да? Поэтому по нашим толкованиям откровения, да, это выходит примерно на 2034 год. Но опять-таки, это не вот прям, знаете, как вот в фильмах рисуют, там, не знаю, вы утром проснулись, вам говорят, ну все, пакуйте манатки, мы все сворачиваемся. И вдруг идет огромная волна там километровая, всех смывает. Нет. Это будет постепенное подтопление. Не вот значит, что, допустим, вот все затопило. Где-то какие-то улицы чуть-чуть потоплены, какие-то нет. То есть это не вот настолько фатально страшно, вот как вот нам описывают в американских фильмах. И, в принципе, вы же тоже уже, ну, понимаете, что уровень воды, ну, ледники тают, их куда-то нужно деть, да? Единственное, что у меня есть надежда, очень большая надежда, из-за чего может не сбыться прогноз. Но опять-таки мы об этом тоже ранее предупреждали. В нашем проекте «Глаз змеи» мы говорили о том, что ближе к 2026 году начнут открываться шахты и появляться большие водовороты. Вот эти водовороты могут спустить излишек воды. Если это произойдет, тогда, соответственно, никаких подтоплений не будет. Поэтому мы либо ищем в новостях скорее бы воронки, да, либо если их нет, тогда, к сожалению, да. В большей степени стоит беспокоиться о землетрясении, активации вулканов, потому что вот это то, что мы, ну, не сможем избежать. И, кстати, тают-то ледники не от солнца, а тают от того, что земля нагревается. Да, еще раз поясню, значит, что касается вулканов, нужно серьезно пересмотреть отношение к понятию вулканы, понятию того, что литосферные плиты плавают на магме. Это, честно говоря, ну, не совсем правильно, да? Соответственно, трясти будет не от того, что магма там откуда-то выходит, ничего такого этого не будет, а трясет, потому что, как я уже говорила, кремниевая цивилизация начинает оживать, деревья оживают, они прорастают. Поэтому там, где вулканы, там, где горы, это самое опасное место сейчас на планете Земля, потому что там сейсмоактивность будет расти. И даже там, где никогда не было землетрясений, там горные какие-то местности, и никогда не было землетрясений, сейчас это будет. Вот у нас наконец-то ученые начали признавать, что оказывается Гонконг – это вулкан, Челябинск, очень сильно вас удивлю, в кратере вулкана находится, там половина города находится на магматической плите, которая все время находится в движении, и сейчас она начала двигаться. Соответственно, евразийская плита, на нее наезжает, по-моему, Аравийская или как там плиты, это в районе как раз Грузии, поэтому там землетрясения неизбежны. Но это сейчас происходит периодически. Уже в ближайшее время, как я уже сказала, в декабре 2020 года, трясение Земли будет повсеместно. Ну, условно говоря, там 1-2 балла по этим Рихтера, да? Где-то будет сильнее, где-то нет. Потому что Земля, вся Земля пришла в движение, все литосферные плиты. Вот вы не отслеживаете, а я слежу, например. У меня на компьютере есть карта сейсмоактивности по дням. Вот в режиме онлайн, я это вижу. Если отследите, например, есть индийская плита, она соединяется с австралийской плитой. Вот между Индией и Австралией начался разлом, разъезжаются материки. В Африке, мы уже об этом говорили, Большой Африканский рифт разлом, разъезжается. В Северной Америке разъезжается разлом Сан-Андреас. Все материки пришли в движение. Просто сейчас они пока, ну, как бы двигаются, знаете, как дышат чуть-чуть. Но с декабря 2020 года они начнут уже активно расходиться. Этот процесс неизбежен. Вопрос в том, что нам в фильмах нас пугают, что это будут какие-то особые катастрофы. На самом деле ничего так опасного не будет. Это естественный процесс для планеты. Да, будут небольшие потрясения, допустим, почему животные сейчас будут либо беситься, либо падать, вот как птицы, да, и так далее. Почему сейчас нашествие саранчи, нашествие пауков, почему? Потому что происходит, как при движении плит, при их повышенной вибрации образуется инфразвук. Инфразвук – это мы его не слышим, а многие животные слышат. Будут массово выбрасываться из воды какие-то животные, будут появляться животные, которые раньше никогда не было. Почему? Разломы открываются, они выходят наружу. Вот. Более того, некоторые реки, как уже говорила, будут просто за ночь уходить, какие-то наоборот вставать, потому что дно меняется.
литосферные плиты меняются, все пришло в движение. Поэтому сильно тоже вот рассчитывать на то, что мы будем жить в том же мире, это вряд ли. Уже об апокалипсисе и прочем-прочем говорит даже наш великий всея Руси, не помню, как его зовут, Кирилл или там как его. В общем, вот, уже говорят это открыто во всех СМИ. Только вопрос в том, что они это говорят о том, что это будет гибель всего человечества. Мы с этим не согласны. Нет, ни в коем случае. Это идет банальная перестройка планет. Ну да, придется где-то переехать, где-то переселиться, где-то отказаться от каких-то производств, но это не страшно. Страшнее другое, что на фоне необходимости переселения огромного количества людей целыми странами нас сейчас друг друга наталкивают. На Белоруссию, Украину, Турцию, Грецию, там, вот это вот весь регион израильский, палестинский и так далее, нас наталкивают друг на друга, чтобы освободить территорию. Меня недавно спросили, что будет в Казахстане. Отвечаю еще раз. В Казахстан будут перевозить Турцию. Туда. То есть казахов будут выселять. Нас будут выселять на северную территорию, потому что оттаивает Арктика. Нас, русских, будут переселять туда. Поэтому мы сейчас должны думать об этом. О том, чтобы, если будут кто-то бежать из других регионов, нам нужно их принять к себе. Но еще раз, Урал пострадает, Дальний Восток меньше пострадает, поэтому туда будет переселять Китай. Вот, казалось бы, горы, сейчас не помню, как называется этот Уральский хребет, да, вот этот, не помню, как он называется. Вот здесь, как это ни странно, будет очаг землетрясений. Вот еще раз посмотрите, буквально вот мы сегодня сейчас закончим, мы отснимем фильм, там будет показана карта землетрясений, она напрямую связана со звездами на небе. Мы когда это увидели, мы, честно говоря, просто ошалели, можно так сказать. Не переживайте насчет катаклизмов и так далее, все это естественные процессы. И вот, кстати говоря, тоже те же самые бактерии, вирусы и так далее. Есть два, условно говоря, лагеря бактерий и вируса. Первый лагерь – это естественное происхождение, которое и так зарождается на планете, и многие спрашивают, для чего Бог создал бактерии, да? Но Бог не создавал бактерии для болезней. Бактерии, на самом деле, они реализовывают процесс, или, скажем так, проект перестройки мироздания под новые реалии. Это бактерии меняют атмосферу воздуха, это бактерии перерабатывают камень в магму, это бактерии перерабатывают там одни типы растений в другие, это они из камня, даже не камня, а вот именно смолы кремниевой цивилизации делают ту же самую нефть и так далее, все это делают бактерии. Бактерии – это маленькие помощники Бога, позволяющие ему все перестроить и переделать. А есть другие не помощники, мы их даже для них проект создали, «Игры богов», да, неправильно сказала, как-то... «Искусство быть богом», да, забыла. Так вот, мы для них создали, почему? Мы хотим показать всему миру, что это возможно, что эти люди берут тех, кого создал Бог, переделывают, перекраивают, перемодифицируют, перепрошивают и делают то, что паразитируют. Поэтому бактерии, паразитирующие, создающие болезни на планете, все без исключения искусственно созданы. Те бактерии, которые помогают перестроиться миру, это то, что создал Бог. Поэтому, конечно, желательно, вот опять-таки у нас сегодня тематика больше восьмерок, да, желательно, чтобы люди правильно понимали, что происходит на планете, ни в коем случае не паниковали и не попадались под влияние высших, скажем так, эшелонов власти, которые ведут нас, по сути, не по правильному пути. Я вам очень рекомендую посмотреть наш проект «Перезагрузка матрицы», поскольку там мы вскрываем всю подноготную и расшифровываем откровение Иоанна Богослова. Этот фильм уже выйдет сегодня в 9 часов вечера. Также, если вам нравится нумерология, если вы с удовольствием изучаете ее на наших прямых включениях, то, конечно, я рекомендую вам пойти глубже, либо прочитать наши книги, либо, что еще лучше, конечно, посетить наши семинары. Напоминаю, что на этой неделе, 26 сентября, у нас будет читать семинар Лариса Фрис по родовой карме. То, что я сегодня показала, это поверхность, вы пойдете значительно глубже. Ну что ж, я очень рада, что вы этот вечер провели с нами, с центром Альвасар. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, отсутствия паники и, главное, понимания всего, что происходит сегодня на нашей планете. Хорошего вечера, до свидания.